В этом году в отборочных турах регионального этапа конкурса «Семья года» приняли участие 150 семей. Из них 35 вышли на областной этап и соревновались за право стать лучшими в 6 категориях. Победителями в номинации «Многодетная семья» стали Рамиса и Инна Фахрудинова из Ульяновска. Супруги воспитывают 4 мальчиков. Молодые родители рассказали, что о конкурсе узнали в садике от воспитателя, решили принять участие и не пожалели. Семье удалось не только стать первыми в своей номинации. Благодаря конкурсу участники смогли лучше узнать друг друга и получить массу положительных эмоций. Многодетная семья хороша тем, что нам никогда не скучно, нам весело, и мы участвуем в различных мероприятиях, никогда не сидим дома, и у нас вообще все замечательно. Да и для родителей это большой стимул, огромный стимул вообще. Мы даже с ними какие молодые все время. Мы сосредотачиваемся на их немолодость воспитывая. Не думая о себе практически. Оценивала выступление областная комиссия. В торжественной обстановке всем финалистам конкурса вручили ценные подарки. А победители в номинациях получили премию губернатора Ульяновской области в размере 50 тысяч рублей. Вот, например, семья – хранитель традиций. То есть это из поколения в поколение. Вот, например, у нас победила семья спортсменов. То есть они испокон веков, у них и дедушка заслуженный мастер спорта, и папа мастер спорта, и сейчас сын тоже заслуженный спортсмен. Вот, поэтому в каждой номинации свои критерии и основные акценты, по которым выбираются победители. Выступая на церемонии награждения, глава региона Алексей Русских пожелал победителям и участникам конкурса, а также всем собравшимся здоровья и семейного тепла, домашнего уюта и благополучия. Мне очень приятно, что конкурс «Семья года» не теряет своей привлекательности и каждый год собирает все больше и больше количества участников. В номинации «Сельская семья» победили Алексей и Юлия Пеговы из Радищевского района. Золотой семьей стали Александр и Нина Зимкины из Меликесского района. Семья Крайновых стали лучшими в номинации «Преодоление», а семья Тарасовых – лучшей молодой семьей. По итогу 4 семьи-победительницы представят наш регион на всероссийском этапе конкурса. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.